Мы перекусили, дорогие друзья, и продолжаем таксовать. Ох, приехали конкуренты, быстренько садимся и погнали. Черт возьми, у них даже, у них микро-УЗИ, обалдеть. Хорошо здесь, Петя, что у нас еще? Мне нужны новые клиенты, ребята мне слишком прессуют. И нашу тачку просто уже в друшлаг. С ума сойти. Так, есть клиент, нужно уходить быстренько. Черт возьми, нас реально сделали из нас друшлаг, обалдеть. Почему я забыл пушку дома? Черт возьми. Да, конечно, не очень-то хороший денек сегодня. Особенно будет ночка. Так, стоим бам. Вот наш клиент. Мы ждем. Так, нужно прыгнуться. Ребята вышли. Чувак, давай быстрее уже. Он реально прессует нас слишком. Погнали. Сколько? 2 километра, 600 метров. Нужно оторваться где-нибудь прямо в пустыне. Зачем тут ограждение? По идее, в пустыне не нужно ограждение. Я, походу, в что-то вписался. Какие-то трубы торчат. Хорошо, в какую сторону нужно ехать? А, по прямой. Окейшки, погнали. Жесть, сколько там? 4 тачки у них микро-УЗИ. Обалдеть, тачка просто в друшлаг. С ума сойти. Да, дорогие друзья, это такси, это бизнес. И как в бизнесе всегда есть плохое настроение. Так, выезжаем, нужно на трассу. Вот так красиво, дрифтом уже. Получается, дрифтом и прям на трассу спокойно. В принципе, все фары на месте у нас, все нормально, освещается, и едем уже по трассе. Ребята все-таки отстали от нас. За городом тоже много конкуренции, и ребята, видно, тут даже пожестче, чем в городе, потому что тут поменьше полиция, и поэтому они реально беспредельничают. Так, сколько ехать? 1,5 километра, в принципе, неплохо. Мы прибавим скорости на шоссе и оторвемся от них. В той стороне как раз нет конкурентов, и спокойно едем. Кажется, в пригород нужно будет. Так, дайте подрежу. Нормально. Тачка просто реально в друшлаг. С ума сойти. Это такси, детка. Так, осталось 900 метров. Надеюсь, будет хороший чаевый, потому что у нас тачку просто расстреляли, и нужно будет ее починить. Мы, походу, потратим все деньги только на ремонт машины. Так, мне, конечно, нужно резко отбить и повернуть. Так, окейшки, мы практически приехали. Да, слушай, довольно неплохо оторвались. Их четверо снова. Их снова четверо, и они едут прям за нами. Ничего страшного, но в следующий раз я возьму с собой пушку. А возможно, даже и прикуплю РПГшку. Тогда они реально будут бояться нас. Так, мы приехали. Сколько интересных будет чаевые. Спасибо тебе тоже. Сколько? 27? Неплохо. Ты, кажется, разбил стекло, чувак. Хорошо, поехали. Мы найдем нового клиента и отправим его. Так, ребята подъезжают ко мне близко. Очень близко подъезжают. Так, километр. Да, клиента следующим. Ты что ли шутишь? Меня прессуют. Так, давай-ка повернем здесь резко. Резко повернем. О, ребята в кусты улетели. Нет, быстренько сориентировался. Так, найди мне другого клиента, давай, диспетчер. Где-нибудь поближе, 4 тачки прямо за мной. С ума сойти! Вот это авария. Это очень сильная авария, и нужно как-то выезжать. Давай, выезжаем. Как хорошо встал джип. Ну, кстати, продолжает им. Вот там другие за нами. Тогда крестки повернем. Так, мне нужно клиент. Чувак улетел в кусты куда-то. Обалдеть. Наша тачка и так уже в друшлаг. О, есть клиент. Нужно резко тормознуть и резко сразу прибавить. Стоим бам. Где-то прямо тут там. Развернемся. Нас прессует. Нас слишком прессует. Чувак, быстрее садись. Его уже убили. Нашу клиента убили реально. Это жестко. Ребята, что вы творите? Идите работайте. Хорошо, найдем другого. Надеюсь, их много. Так, я свободный. 200 метров. 200 метров в ту сторону. Так, ну что, преодолеть? О, можно реально преодолеть. И, надеюсь, они тут застрянут, ребята. Вот такие макары на двух колесах. Нет, ребята, реально стойкие. Они проехали и нас преследуют. Обалдеть, 500 метров, нужно как-то туда съехать. Черт возьми, давай-ка переворачиваемся. О, сможем перевернуться. Да, без проблем, нас присюда не уже вышли, можно выйти на разборку. Какого черта, давай-ка наверх. Мы выбрались, нам нужно 200 метров. Прямо именно в ту сторону нас подрезали. Можно открыть двери? Да, двери открываются без проблем, они просто упали.
4 тачки нас реально очень сильно прессуют. Кстати, в той стороне есть один чувак, но он стоит на месте. Хорошо, подбираем нашего клиента и отправляем его на место жительства. О, красотка. Видимо, после гостей. Ну что, отвезем тебя на место? 4 километра, погнали. А вот ребята приехали. Как всегда, не вовремя. Практически 5 километров, нужно как-то тут выехать. Нужно резко повернуть и погнали сюда. Так, здесь по прямой довольно хорошо управляют они. Они реально такой резкий поворот вошли и сразу начинают открывать огонь. Да черт возьми, где моя пушка? Я реально уже бы их реально отстрелял. У нас нету пушки, поэтому продолжаем движение. Так, вроде оторвался. Резкий поворот здесь. Там ребята застряли прямо на шоссе. Да, помню, они в яме просто сидят. Так, нужно ехать походу в пригород, прямо по ту сторону горы. Эх, сможем, не сможем, хороший дрифт войти. Ночью, в принципе, спокойно, когда нет конкуренции, довольно спокойно. Но сегодня довольно как-то слишком жарко. Вот, так, даже такое, что оторвали от колесо. Я приехал на трех колесах, и шеф был не очень доволен, но, в принципе, все нормально. Так, 3 километра, нормально. Так, один все-таки едет за мной. Справился с управлением. Черт возьми, что я скажу своему шефу, когда пригоню такую тачку? А он просто рот откроет от удивления. Так, кстати, не отрывается, он реально сдогоняет. Тебя подрежем. Так, 2 километра, 400 метров. Походу, там пригород будет. Нужно реально сделать какую-нибудь засаду и устроить им просто бомбежку. Бейсбольно биты просто нахлобучим мордашки. Чтоб в следующий раз знали. Так, не отрывается всего лишь один. Ну ничего страшного, довезем клиентам и найдем другого. Хотя можно с ними разобраться, забрать их УЗИшку и тогда уже ввести огонь. Тогда сможем реально отбиваться от конкурентов. Так, примерно от первого. Ну так, спокойно, ночные перевозки довольно неплохо. Но вот когда ребята с УЗИшками, это довольно напрягает. Так, остался километр. Интересно, куда им нужно везти? Походу домой. От гостей и прям домой. Прекрасный вид на гору. Так, спокойно, мы уже в городе. Дальнобойщики, можно, наверное, тут съехать. Тут съезжаем и по прямой прям. Ух ты, да. Да, передок нормален, а вот зад наш просто жестко расстреляли. Ничего страшного, починим, заглотаем, привезем тачку. Но, ох, они прям позади нас. Да черт возьми, как с ними разобраться-то? Так, побыстрее, побыстрее, походу, какой-то ночной клуб. Ну-ка, тормозим. Да, точно, ночной клуб, и мы привезли. Иди, детка, отдыхай. 400 баксов, довольно неплохо. Мы направляемся, там кибиш начался. Где, интересно, копы? О, друзья, появилась идея. Мы вызываем копов. Так, контакты. Так, нам нужно, по идее, 9-1, где ребята приезжают и с ними разбирается. Так, Вестер, нам нужно... О, спасение. Так, что происходит? Так, давай-ка я, наверное, еще раз. Контакты, нам нужно вызвать копов. Ребята испугались, что ли? Так, хорошо, мы пока ищем копов. Нужно новый клиент. Так, мы звоним. Клиентов я пока что не вижу. Спокойно едем, вызываем копов. Они приезжают и разбираются. Так, мне нужна полиция. Сейчас мы ожидаем, нужно будет маленько подождать в этом месте. Сейчас приедут копы и, по идее, их реально угомонят. Ну, по идее, всего лишь одна тачка. Их было побольше, тогда было намного бы эффективнее. А вот и приехали копы. За вами, походу. Ребята приехали, сейчас будет перестрелка. Гасите их, ребятам. Они нарушители. Да, вот так нужно. Правосудие. Совершенно верно. Так, убили копом. У него, по идее, есть пушка. Можно взять пушку уже и просто реально отбиться. Нас прессуют. Они, конечно, вышли тачки. Я не вижу здесь сигналки. Идем на таран. О, сбили. Мы, конечно, сбили копа, что ли. Черт, приехали еще ребята. Ребят, нужна вам подмога, походу. Да, приехала еще одна тачка подмоги. Тут реально уже заварушка получилась. Очуметь. Там есть, по идее, много пушек. И можно просто подобрать. Мне прессуют почему-то.
Я из этих сирен... О, вижу чувака. Вижу чувака, сейчас мы его собьем. Дрифтом попробуем. Он прям в кустах где-то. Так, я сбил, не сбил, не знаю. Так, приехали две тачки, разобрались. Но у меня еще прессует. Да, ребята еще прессуют. Нужно еще вызывать. Да, поехали отсюда. Слишком много трупов, много свидетелей. Погнали отсюда. Мне еще прессуют позади. Слушайте, реально... Он без фарм, я... Жесть, что происходит? Так, давай-ка, наверное, клиентам. Довольно экстремально. Ох, 100 метров. Секундочку, минус 100 баксов. На механику, понятненько. Так, выберем нашего клиента и повезем. Ну, кстати, это вторая тачка приехала, а первую тачку разобрались. Кобра, в принципе, нормально. Так, давай-ка, чувак, быстренько садись. Главное, поживей, поживей. Так, где-то еще есть копы. Да, копы едут. Вот наши копы. Ребята, разберитесь. Меня прессуют. Почему я не вызывал раньше? Ну-ка, разбирайтесь. Началась какая-то погоня. Погоня за погоней называется. Нормально. Так, других нету. Да, других вроде не вижу. Ребята разбираются, там перестрелка. Хорошо, а нам нужно вести в другую сторону. Я не туда смотрю. Поехали в другую сторону. Всего же километра 300, довезем. А с ребятами, походу, разбирается. Чувак бежит. Ох, да, чувак. Вот так нужно разбираться с ними. Так, погоди, у него есть УЗИшка. Чувак, секундочку, я подберу быстренько УЗИшку и продолжу. А, вон, вижу, вижу, освещается. Ох ты да, блаженство просто. Это блаженство, у нас есть УЗИшка и 16 патронов. В принципе, неплохо. Но клиентов, кстати, нету, они по ту сторону горы, так что спокойно сможем потаксовать. Ну, кстати, довольно хорошая идея, вызвать копов и разобраться уже. Копы разобрались, они реально работают. Я не зря плачу налоги. Это круто. 700 метров, в принципе, неплохо. Можно подрифтовать здесь. Хотя в ночное время довольно сложно получается дрифт. Я не вижу, где именно машина, где что. Так, тебе, походу, нужно на пристань. Ну, хорошо, отвезем на пристань. Довольно будет спокойно. Так, здесь нужно будет съехать, что ли? Главное, аккуратно и нашу тачку не разбить. Здесь даже дорога есть. Так, спокойно, главное медленно. Да, там есть дорога и там даже есть парковка. И вот на парковочку. Сколько, интересно, заплатишь? Я думаю, 120 баксов. Нет, 110 баксов. Ну, не угадал, конечно. Хорошо, полицейский разворот и погнали. Конкуренции у нас нет, все спокойно. Хорошо, мы еще спросим, есть парочку клиентов. И подберем, подвезем их, конечно же. Так, есть, да, 100 метров прямо наверху. Прямо у охотничья. Как мы так тут проехать? Так, ребят, проезжайте, проезжайте. С левой стороны вроде не вижу, с правой тоже. Быстренько перестроимся. Так, нормально. Такси, чувак, приехал. 5 километров и в сторону города. Довольно неплохо. Поехали домой, как говорится. 5 километров, у нас всего лишь УЗИшка. И все есть. Теперь можно отстреливаться. Но, по идее, ребята позади от нас отстали, вызвали копов, и они испугались. Это нормально. Мне нужно, наверное, все-таки получиться подрифтовать легким. Будет дрифт. Скоро будет дрифт с фоткой, и нужно мне там реально показать класс. Мне хочется уже участвовать в гонках и победить топового гонщика. Тогда будет реально уже найс. Я прикуплю машинку покруче, ее прокачаю тоже. И буду так далее, друзья. Побеждать буду топовых гонщиков. И реально стану самым крутой гонщик в Лос-Сантосе. Это моя мечта, и я, конечно, ее сделаю. Кстати, позади есть, вроде есть один конкурент. Мы сможем быстренько с ним разобраться. Потому что у нас есть 16 патронов в УЗИшке. Нормально. Кстати, уже вроде расцветает. Мы отвезем клиента, походу, подберем еще одного и, наверное, поедем домой. И, друзья, сегодня, именно сегодня, сколько времени у нас? У нас 3 часа, 4 утра практически. И сегодня именно будем отвозить нашу тачку на прокачку. Это будет здорово. Там у нас есть крутой автосалон, мы отвезем ее, ее прокачают. Мы денежку заплатим потом, нам скажут, сколько это стоит. Если нам будет не хватать, то тогда придется найти еще где денег заработать. Одна идейка есть, пока я не буду ее говорить, но идейка есть, где заработать денег. А это, конечно, в гонке. Но в какой гонке, вы узнаете чуть позже. Пускай будет секретом. Так, окейшки, сколько осталось нам? 1,5 километра. Чувак уехать 5 километров, значит, заплатит он нам, ну, 400 баксов, как промчались, в кармашек. Довольно неплохо. Кстати, как раз в той стороне у нас есть конкуренты, мы едем в ту сторону. Ну, неплохо, у нас есть УЗИшка, мы разберемся. Хотя, когда их будет слишком много, тогда будет
Нам просто не сдобровать. Так, 800 метров, в кармашек успеем. Да, успели в кармашек, нормально. Вот такой дрифт. Бедная тачка вся уже расстреляна. Да, уже расцветает, в принципе, неплохо. Ночные были погони, ночные перестрелки, вызвали копов, с ними разобрались. И в следующий раз будут тоже вызывать копов. Хотя, какого черта, я крутой пацан, я могу сам с ними разобраться. Но когда у тебя нет оружия, нам сложно с ними разобраться. И когда их слишком много. Так, вот вижу отметочку. Прям сюда, чувак, тебя. А его нужно заплатить. Хорошо, мы это умеем. Да, давненько такого у нас не было. Давненько меня не кидали на бабки. Чувак, ну-ка стой на месте. У меня есть автомат, и я сейчас буду тебя расстрелять. Так, позади никого нету. Ребята далеко. Хорошо, мы, наверное... можно так толкнуть просто его. I'm sorry. Так, все нормально. 300 баксов, довольно неплохо. Давай, чеши отсюда, пока я добрый. Хорошо, мы не будем его убивать, конечно же. Поехали дальше. Нужно найти еще, наверное... пару клиентов и поехали домой. Потому что часов в 10 нас ожидается. Нас ожидают прокачать тачку. Так, 10 пятерочку у нас есть. Так, стоямба. Кто куда будет позади? Так, я свободный. Да, есть позади. 200 метров прямо возле военной базы. Ух, какой катер. Мечтаю о катере, и можно сделать какой-то опасный трюк с помощью катера. Но это нужно, конечно, будет подумать. Так, мы подбираем кого? Такси! Чувак, садись. Все бум. Так, мы едем, походу, в город, друзья. Да, как раз то, что нужно. Мы едем в город, в принципе, неплохо. То, что нужно, уже реально расцветает. И у нас уже сколько времени? Сейчас посмотрим. 4 километра. 5 часов. У нас осталось всего лишь 5 часов. И нужно тачку пригнать к 10 утра. Мы оставляем тачку. И тогда уже позанимаемся свободным временем. У нас будет всего лишь 2 дня. 2 дня будет тачку нашу прокачивать. И ее к нам привезут. Именно привезут нашу малышку. И мы будем ее рассматривать. Потом будем ее гонять в доках и учиться дрифту. И я надеюсь, мы бросим вызов топовому гонщику и сможем его победить. Тогда я стану довольно популярней чуток. И тогда я реально буду крутой перец в Лос-Андосе. А я уже буду в списке. В списке крутых гонщиков. Тогда я прям сюда. Чудесный рассвет, в принципе, погода очень хорошая, недождливая, и мы продолжаем, 2 километра 600, они остались позади, хотя в городе тоже есть, я вижу 3 отметки, есть в городе, но ребят нас не очень-то и пристают, оторвались, но, кстати, был замес очень жесткий в начале, тачку всю расстреляли, со всех сторон, только спереди нормально, нет, спереди тоже есть парочку вмятин, да, в городе есть трое всего лишь. Так, сколько осталось? 2 километра. И, походу, чуваку ехать примерно где-то на кладбище. Чуваку снова на кладбище. Ох, на двух колесах. В принципе, неплохо. Так, пройдем, походу, богатый райончик. Нам нужно прямо налево. Ох, красота. Обожаю дрифтить. Это моя мечта всегда была. Так, это еще позади. Они меня как-то окружают, что ли? Но они очень далеко, я их даже не вижу на карте. Километр 400. Так, сколько у нас времени? Походу будет последний клиент и нужно ехать. Хотя есть еще времени у нас. 4 часа, можно последнего довезти. Надеюсь, не будет 5 километров. И довезем. Потому что нам нужны денежки на тюнинг нашей семерки. И чем побольше денег будет, тем, конечно, будет хорошо. Поменять диски, прокачать тормоза и... Черт возьми. Пардон, чувак, наша тачка разбита, нам, конечно, по барабану. И приехали в город. Ох, из сельской местности приехали в город. Нормально, ощущение такое, конечно. Это просто цивилизация, детка. Нормально промчались 500 метров. Хорошо, нужно все-таки прибавить скорость, потому что нужно еще одного клиента привезти. Так, ребята, спокойно. И прям за поворотом. Ну-ка, сможем, не сможем. Хорошенько. Как красота получилась. Так, кажется, прям сюда тех к магазинам. Богатый бутик. Так, его привезли. Денежки есть. Деньги есть, спокойно, чаевые есть. Практически 300 баксов. Ох, сколько тут у вас, ребята. Они все, походу, в пригороде. Да, ребята отдыхают, пока сегодня еще утром в городе нету конкуренции. Так что все спокойно. Ну что, есть еще парочку вызовов? Только слишком далеко не нужно.
Так, есть 200 метров. Хорошо, отвезем последнего клиента и погнали домой. Пригоним тачку, покажем шефу, какая у нас разбитая тачка. И тогда уже отправимся домой. Так, походу, надо тебя довезти. Ох, как четко встал-то. Так, километр 600, в принципе, неплохо. Мы быстренько я довозим. Я поехал уже в такси отвозить тачку, сдавать ее, сдаваться шефу. Что с ней случилось? И погнали домой. Так, нормально, камня прям подрезает нас как-то. Так, вроде бы зеленый. А ребята, кажется, едут в город. Из пригорода едут в город. Ну, поехали к ним. В принципе, у нас есть чем отстреливаться. Но многих я, конечно, убить не смогу. Главное, чтобы не пристали копы. Так, вижу, походу, к тебе паутине прям. Окейшки. Мне, кстати, уже кажется, она как-то не на ходу. Какой-то у нее звучок нездоровый. Так, секундочку, нам именно вот сюда. Вот так красиво. Идем в дрифт. Нет, не получилось. Не получилось, потому что тачка все разбитые, уже реально на ней реально дрифтить. Но надеюсь, чувак, тебя довезем спокойно. Так, ребят, далеко слишком. Ребят, далеко, нормально. Патрончики у нас есть. Если что, конечно, будем вызывать копов. В следующий раз реально буду вызывать копов, если будет слишком большой замес. Так, быстренько тебя отвозим. Я поехал уже... Поехал такси сдавать и поехал уже сразу же в автосалон. Так, сюда временно. Мы уже проезжали, помнится, и нам сюда где-то. Так, где отметка, вот вижу. Прямо по центру. Ну, какая собачка-то. Так, чувак, нормально, без чаевых 100 баксов. Ну что, друзья, погнали тачку нашу сдавать. По идее, можно, наверное, где-нибудь слететь красиво. Ох, вижу трамплишку. Ну-ка, сейчас мы сделаем разгончик. В принципе, тачка наша разбита. Сейчас попробуем. Ну, погнали вперед. Держись, самое главное. Там есть, в принципе, там трамплишка, и можно попробовать. Ох, сейчас будет жарко. О, детка, держи меня. Это будет найс. Обалдеть. Мы летим просто в... В чей-то бассейн. Нормально, в бассейн и на колеса. Главное, чтобы тачку сильно не разбить. Походу мы как-то застряли. Нет, не застряли, нормально. Сейчас мы выйдем, перевернемся и поехали, друзья, обратно. Отвезем нашему шефу тачку. И погнали сразу же. Сколько времени? 10 часов нам нужно там быть. Да, 2 часа осталось, в принципе, неплохо. Привезем, сдаем тачку. Конкуренты еще есть, мы уже не в деле, по идее. Но они об этом, походу, не знают. Они рядом с нами практически. Сейчас быстренько сдаем тачку. И они сразу от нас отстанут. Потому что мы уже не будем завозить никого. Так, они просто стоят на месте. Они просто отдыхают, видимо. Так, где-то можно съехать. А, именно вот сюда. Через мост, и мы приедем уже на место. Так, секундочку, ну а вот мост. Вот этот мост. Все, ребята, отстали, мы хорошо заработали. В принципе, неплохо, 1500 баксов заработали за сутки. И мы вернулись обратно. Пригнали тачку, припарковали. Мне кажется, шеф останется недовольна. Но ничего страшного, такова работа. Такой бизнес, таксиста. Обалдеть, ночка была жаркая. Реально все расстреляны. Пойдем отчитаемся, у нас есть всего лишь 1 час, чтобы пригнать нашу тачку на прокачку. И уже будем прокачивать. Здорово, шеф, вот твоя тачка. Все с ней в порядке, она на ходу. Гоняет очень хорошо, дрифтует. И все... Все нормально с ней. Хорошо, мы отчитались. Вот наша семерочка. Мы отвезем ее, ее прокачаем и будем дрифтить. Ну, 2 дня будет ее прокачивать. И, друзья, увидимся в другом ролике. Всем спасибо и всем до новых встреч. Всем пока. Wash me down.